Давай. Катю посмотрим. Не старайтесь, не старайтесь залезть первым ударом в голову. По голове. Не старайтесь первым ударом нокаутировать. Руки, 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 руки. Легко, свободнее. Поздно, Халид. Опасно, Катя, ты кидаешься, аккуратней. Катя, Катя. Катя, у тебя опять, извини за выражение, ты к товарищу жопой поворачиваешься, ясно? А почему? А потому что опять руку поставил сюда, и тебя твоя же рука разворачивает. Поставь ногу, ну не прыгай ты в челноке, но походи одноименочку, поработай. К тебе идет движение, оп, то же самое, ноги, давай, давай, работай, передней рукой больше, давай. Катя, фронтальный развернись. Во. Руки на место. Оп. Не надо больше трех ударов бить. Так, 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 так. Правую руку держи. Правая рука у подбородка. Бьешь лево, уходит правое. И тут же руки на место. Кидать, Катя, руки надо. Опять передние тянешься. Кидай руки. Группировка где? Катя, правую ногу правее, пожалуйста. Ответ. Саша, брось в столбика играть. Ты чуть-чуть подрабатывай корпус. Вот так. Ну, конечно. Время. Кать, Катя. Хочешь или нет, но вот это, вот это, смотри, вот сюда руку опять ставишь, выводишь руку на цель противника, видишь? И само вот это движение, когда вот твоя рука вот становится, вот не вот так ты стоишь вот здесь, вот она выходит. Тебе приходится вот такое движение. А раз такое движение, то тебя то тянет, вот твоя правая нога разворачивается. Вот тебя, тем более на этом вот и ходил ты, вот она начинает крутиться, понимаешь? То есть корпус разворачивает. Стоя, руки здесь, вот она ты. Между рук вот ты бьешь. Исходное положение. Встань выше с ней, встань выше, встань вот. Не давай подходить передней рукой, тан-тан-тан-тан. Не засадить тебе надо, самому стойку наработать. А ей как раз и надо вот тут работать, кидать, чтобы кидалась левая рука. А поэтому, когда рука вот так стала, Кать, она и падает сюда. У руки есть, вот здесь она делает вот это движение. Она сюда и возвращается. У кулака свойство такое. Откуда полетел, туда и вернулся. Больно мне сделал. Извиняюсь. Я запомнил тебя. Я понял. Последний раз. Время бокс. Больше передней рукой. Обоюдно передней рукой вольно у вас.